Концерт еще не начался, вокруг уже шум и гам. Билеты на Ленинград были раскуплены задолго до дня X, ведь все хотят праздника. Праздник будет в любом случае, это же Ленинград, без праздника никуда. Меня очень привлекает то, что песни очень простые, очень душевные, и каждый находит в них что-то для себя. И с иронией, и с юмором, и вообще по-простому, по-человечески. И даже невзирая на то, что ненормативная лексика присутствует, это все-таки такое народное, это все людское, и я думаю, что в этом что-то есть. И праздник начался. За 4 года приморские фанаты Ленинграда успели соскучиться по оригинальному звучанию и пикантным словооборотам группы. Зритель пел, танцевал и просто сумасбродствовал. Мужчины в тельняшке, почему вы не прыгали? Из-за вас придется перепрыгивать всем. Ленинград в приморской столице уже не в первый раз. Зато впервые музыканты выступают здесь на большой сцене Фетисов-арены. По собственному признанию, каждый свой концерт группа превращает в камерный, вне зависимости от размеров площадки. Главное для них – найти контакт с публикой. А какой она будет, московской или приморской, никакой разницы нет. Ну, понимаете, дело в том, что на концерте Ленинграда вся публика становится одинаковой. Там неважно даже... Не немец ли ты или русский, да? Там, в принципе, все себя ведут одинаково. Потому что, ну, это такой дикий, яростный русский праздник. Лидер Ленинграда отметил общее преображение Приморья и Владивостока в частности. Особенно музыканту понравились местные дороги. Не, ну вообще город не узнает, честно говоря. Я тут был первый раз, по-моему, в 2000 году. Это было такое странное зрелище. Такое... В чем странное? Ну, такое ощущение, что вот только-только закончилась какая-то гражданская война, и какие-то остатки войск, да, они еще что-то здесь куда-то перемещаются. Вот. Сейчас такого ощущения нет. Свой длительный перерыв между концертами в Приморье Шнур объяснил плотным гастрольным графиком, но пообещал исправиться и вернуться поскорее. Татьяна Меньшикова, Игорь Белый. Панорама.